Всем привет! С вами канал Ранчо Санчо и я Александр. Ну вот, наконец-то мы вышли погулять на поле. Сейчас урожай сняли, это поле овса, его убрали. И вот теперь мои девчонки все гуляют. И козочки, и пяшки. О, вот они красавцы. Вообще прекрасный сегодня день. У нас все лето солнце, дождика, правда, нет, так чуть-чуть. И тут наши пяшки мои ходят гурьбой, друг к другу прижимаются. Вот. Там мои козочки, девчонки. Кстати, хотел показать, как у меня подрос Макс. Это гисарской породы барашки. Вот, если видите, вот у меня девочка, вон, вот рыжий, это как раз и есть Макс гисар. Можете посмотреть, ему всего-то, он апрельский, так, май, июнь. Ну да, 4 месяца ему, 5. Все побежали здесь. Это мой козлина. Уже бегает на девчонок, поглядывает. Пора бы уже. Вот. Так что вот, все хорошо у нас. Все. Вон еще две у меня бяшки маленьких. Ну это помесь тут. Я даже не знаю, показать. Здесь и жирохвостик, здесь и... Что у нас там еще? Ну, что все перемешано, как говорится. Вот. Но они небольшие. Пока держу их. Чисто на мясо выращивают. А вот уже гисару будем на племя выращивать. Посмотрим, что с грудючными получится. Это вот девочка гисар. Тоже имя дали ей, это Эля. Она побежала, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Вот, все, побежали. Какая благодать им, а, теперь на поле гулять-то. О, соломки поедят вдоволь. Где-то подберут овес, который растеряли. Комбайны. Так что вот, ребят, вот такая у нас красота здесь. И тут у нас здесь наш поселок идет. Наше село. Там пруд у нас чистой водички, туда, который падает ручей наш. Я под предыдущих видео показывал вам. У нас есть ключ, откуда идет вода, и вот туда как раз вот идет. Не видно, как видно, наверное. Вот. Ну а там в низине наши, как говорится, апартаменты, где живут. Это вот лес. Живут, имеется в виду, наши животные, наши живут, наши друзья, подруги. Лесочек тут наш. Вот, и поле, в котором они гуляют. Вот они вышли у меня первый раз гулять, убрали все. Теперь наслаждаются. Все, вон куда умчались. Ну ладненько, всего хорошего, всем желаю. Прекрасного дня. Хороших, как говорится, дел, чтобы все, заготовки были хорошие у всех, чтобы зиму у нас не голодали наши животные. Всем желаю счастья. До следующих встреч. Пока-пока.